правительстве Ульяновской области состоялось торжественное награждение лучших работников почтовой отрасли, приуроченное к их профессиональному празднику. Сегодня Почта России является важным звеном в доставке корреспонденции. Даже в здании правительства есть почтовое отделение. Традиционно в каждое второе воскресенье июля в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник люди, которые доставляют в наши квартиры и дома подписные издания, письма, посылки, бандероли, пенсии, продукты и многое другое. Конечно же, это почтальоны. Однако в структуре Почты России есть и другие не менее важные специальности. Это и водители, и сортировщики, и операторы почтовых отделений. Все они также отмечают День Российской Почты. Глава региона Алексей Русских поощрил в канун праздника лучших работников. Для заместителя начальника Барышского почтамта Марины Чувандейкиной это первая правительственная награда региона. Почтальон, действительно, его ждут в каждом доме. Ждут с письмом, ждут с корреспонденцией, ждут с пенсией. Вообще, конечно, и эмоций, и адреналина, и все. Хватает в нашей работе все. Также за заслуги в развитии почтовой связи в Ульяновской области, достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и добросовестную работу Русских отметил водителя Игоря Кудакова, почтальона первого класса ульяновского почтампа Александру Мазанову и других. Сердечные поздравления в адрес своих коллег выразил директор управления федеральной почтовой связи по Ульяновской области Олег Непочатов. Уважаемые коллеги, я поздравляю вас с наступающим Днем Российской Почты. Я желаю здоровья вам, вашим близким, вашим семьям. Желаю всего самого наилучшего, развития проектов дальнейших, потому что каждый проект – это дополнительный стимул в виде заработной платы. Действительно, на территории Ульяновской области проекты и стартапы Почты России реализуют совершенно, казалось бы, невозможных коллаборациях. Сегодня Почта России, особенно в сельской местности, имеет ключевое значение. И как сетуют в народе, если в поселении закрывают почту, жди в скором времени исчезновения самого села. Поэтому даже в самых удаленных поселках области сохраняют работу ОПС. Нам надо, наоборот, население вернуть в сельскую местность. Здесь, конечно, Почта России – это один из таких драйверов. Мы крайне заинтересованы, чтобы вы развивались, чтобы были рентабельными. Многие проекты Почты России и регионального правительства уже реализуются на территории Ульяновской области. Система долговременного ухода направлена на выявление граждан, нуждающихся в долговременном уходе, организации межведомственного взаимодействия в части передачи информации о нуждающихся в срочной социальной помощи. Почтальон финансовой грамотности направлен на повышение финансовой грамотности жителей Ульяновской области удаленных населенных пунктов. Еще один социально значимый проект – это почтальоны здоровья. Опять же, на сельских территориях его актуальность как никогда высока. Деревенские Печкины теперь могут оказывать первую медицинскую помощь и передавать оперативную информацию о состоянии здоровья человека в районные и областные медицинские учреждения. Мы обучили всех почтальонов измерению артериального давления, обеспечили их тонометрами, и на сегодняшний день это затруднение уже не вызывает. Но вот я хочу сказать, что за время реализации проекта, это при самом приблизительном подсчете, различными услугами почтальонов здоровья воспользовались более 15 тысяч сельских жителей. Отмечу, сегодня в регионе функционируют 520 отделений почтовой связи, 401 из которых располагается в сельской местности. Штат сотрудников Почты России в Ульяновской области составляет более 3000 человек. Почтальоны, задействованные в реализации межведомственных проектов, получают дополнительную надбавку к заработной плате. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.